Йо, друзья, всем привет! Меня зовут Андермайн, и сегодня со мной... Андрей Старший, привет, ребята! Сегодня мы будем строить, ну, батлиться, точнее, замками из песка. Что ж, Андрей Старший, поехали, получается? Вот такой вот у нас, ребята, сегодня вайбик, и вот здесь мы будем снимать. А самое главное, ребята, у нас одно из условий. Мы должны построить вот эти песчаные замки, города и дома без всяких лопаток, грабелек и ведерок. Это, так сказать, у нас челлендж. Ну что ж, let's go! Так, окей. Там, кстати, смотрите, какой-то домик испытаний. Вот там вот на воде, туда люди приходят и играют. Я потом хочу после видоса тоже пойти чисто попаркурить. И на YouTube Shorts, наверное, возможно, что-нибудь это запишу. Ладно, время строить. Я буду строить прямиком вот, вот так вот здесь вот. Я думаю, это идеальное пространство для замка. А ты где будешь строить? Ладно. Он сказал, что он будет строить на Саудовской Аравии где-то там. Ну, не будем ему мешать, в принципе, все строим. В первую очередь я решил так вот ножкой продалбывать, так сказать, ров. Ну, короче, ребят, примерно вот такой ров у нас получился. Я думаю, достаточно, учитывая то, что я и так от воды довольно далеко. Окей. Я предлагаю еще, наверное, вот так вот его продолбить. Вот так вот закруглить до сюда примерно. Вот сейчас я поставлю меточку. Ну, примерно вот где-то вот здесь вот, короче. Все, let's go. Пока Андрей Саша делает там фиг пойми что, я уже сделал вот такой вот рот, ров. Так, а я решил сделать, значит, у меня будет замок рядом со скалами. Вот это, кстати, да. И здесь внутри будет такая канатная дорожка сделана, ну, где будут тренироваться люди на канатной дорожке, которые будут потом уходить в горы. Ну что ж, ребята, вот такого рова будет достаточно, хотя нет, я, наверное, его все-таки сделаю вот так вот закруглю до конца. Ну, поехали, правда, у меня уже нога болит долбить, ну ладно. Я, короче, решил не додалбливать, я потом добавлю сюда воды, это чисто будет такой город будущего, чисто типа Дубая. Мы же в Дубае. Так, сейчас идет асфальтирование площадочки для подготовки ее для основного замка. Ну что ж, ребятки, в принципе, ров у нас готов. Всякие, я думаю, забор я не буду ставить, потому что нафиг, у меня город будущего, тут и так всякие пушки. Короче, это чисто город киберпанка какого-то будет. Окей, ладно, погнали строй, получается. Андрей Саш там кидает какашендры, он сам так сказал, кстати. Это реально на какашендры похоже, на них. А что они такие побеленные какие-то? Это строительный материал. Какашендры — это строительный материал? Цемент, бетон. Короче, ребят, время строить нормальные дома, не то, что там Андрей Саш. О, ребята, падает башня. У меня практически готово все, я еще пару... Ну просто смотрите, все разваливается, все уничтожается. У нас прилив... Вообще не продумано ничего. У нас начинается прилив и начинается разрушаться забор. Да, я сейчас построю еще несколько зданий. Пока вот так вот у меня. Но забору конец. Смотрите. Все, ребята, сейчас будет крушение. Сейчас представь, там люди идут снизу и тут видят просто на людей прямо ба. Эпично. Вот такая вот у нас фантазия. Ладно, пошлите дальше, мою красоту вам покажу. Вот у меня, я вот, смотрите, ров сделал. И долго думал с одним домом, да, как сделать мне. Но я думаю, что у Андрея Старшего одну идейку. Сейчас я ее исполню. Ребята, смотрите, что стало с городом Андрея Старшего. Его просто разносит на глаза. И поэтому Андрей Старший строит новый. Да, ребята, строим новый. Так, тем временем у меня тут, смотрите, короче, я только что смотрю воду, а там, прикиньте, лишняя крабика, хоть где-то в каком-то голосовании он, видимо, победил, вот, его добавили в реальную жизнь, так что я его решила прямо на крышу моего здания поставить. У меня чисто, вот, смотрите, дороги тут, чисто реально какой-нибудь, я его назову Мега-Сити, наверное, вот чисто, чтобы все знали, что он реально мегасный город у меня. Ладно, давайте строить надо что-то масштабное теперь. Так, ребятки, во-первых, смотрите, что стало с прошлым городом. Все, его полностью смыло, осталась только канатная дорожка, канат для меня. Ага, так. А прилив начинается сильный очень. Да, кстати, вот смотрите, уже доходит до моего. Замка, обратите внимание, замок называется Fly High My High. Ладно. Потому что он в виде самолетика, да, и здесь очень много номеров, очень красиво все, и очень недорого. Приезжайте, звоните, пишите. Вот, добро пожаловать. Так, тем временем у меня уже, смотрите, дороги проложены, у меня тут будет мега-дом, мега-город, да, вода подходит, мне ничего страшного, в принципе. У меня тут техника есть. Расскажи, что здесь стоит у тебя. Знаешь, смотри, у нас здесь очень много всяких дорог, домов. Здесь, смотри, хочу заметить, идет дорога вниз, да, здесь можно просто на машинах проезжать, да, это во-первых, да, да, тоннель подземный, это во-первых. Во-вторых, там очень много такой тоже проход, и там вот здесь все под землей, здесь тоже есть всякие номера, комнаты, все дела. То есть прям вот все под землей там. Это территория отеля.
Это, короче, да, не-не-не, это все жилые там дома, там есть, а-а-а. Там еще и подземные всякие, это стадион? Типа, не-не-не, там будет дом еще, а-а-а. Вот. А вот это что такое вокруг? Это здесь будет типа реки, но, как вы понимаете, если сюда добавлю воду, то она либо впитается, ну, естественно, впитается, а если потом сюда еще вода придет, то все уже разнесет. Как бы у меня тут есть сейчас еще будут пункты эвакуации, я их тоже... У нас тут, ребята, такой вот, как я и говорила, пункт спасения, здесь, типа, мостик такой идет, вот прямо от города, вот так вот. И все, и здесь люди могут убегать, убегать. Ребята, тут уже дороги вовсю размывают. Помните, я говорю про подземные квартиры, двора, вот, смотрите, тут дырочки, и они уже водой заполняются, видите, тут уже обвалы становятся, да видите, все проходы там внутри. Капец, так, короче, я предлагаю достраивать главное здание, да я, правда, не вижу смысла, если все равно все будет разнесено, но надо, ребята, достроить город, чтобы я уже со спокойной душой сказала ему пока. Ладно, нормально, сейчас покажу вам. Я, короче, не буду прям квадрат делать, я думаю, я сейчас что-нибудь придумаю другое. Квадрат какая-то скучновато. Да, например, что-нибудь вот так более-менее сделать, почему нет, вот так вот, да? И хорошо, окей. Да? Не обращай внимания, как это просто... веселуха в бассейнах, но нам это не важно, у нас дома разрушаются. У нас тут постапокалипсис, вполне еще так. Короче, ладно, я предлагаю сейчас... выкапываем просто руками. Ладно, тогда рукой, ребят, продолжаем. Пробиваемся, нам нужно как-то прокопать здесь яму, чтобы она хоть как-то спасала. Цифра сверху, да? Так, ну что, ребят, я, короче, тут строю. Вода уже очень сильно приближается, тут у нас уже пена. У нас уже включена, так сказать, сирена по всему городу. Типа, если что, мы типа будем готовы покурить. Я нашел очень часто правильно, кстати. Слушайте, а у меня здесь, да, вода подходит опять, разрушает все. До свидания, отель. Ну ладно, здесь тоже вода подходит уже. Вот, ребята, я, короче, нашел еще одну часть крабика. Только она уже уплыла там куда-то, ну вот, в принципе. Самое главное, что вот там на крыше крабика есть. Я просто, короче, заполняю все внутри места домами. Так будет, у меня это красиво. Вот. Вышло шлифовано. Короче, теперь нужно делать главное большое здание. Ну и в принципе можно будет просто молиться. Сейчас я только дорогу еще проложу. Ребята, у нас размывают уже дороги, короче, все начинает разрушаться. Смотрите, вот этот домик в опасности. И там дом в виде лягушки тоже в опасности. Я не знаю, что нам делать, короче. Я предлагаю просто выкопать ров дальше. Я думаю, он кстати, реально спасает. Довольно хорошо. Только надо ускоряться. Не-не-не-не-не-не-не-не. Какой? Не надо стопляться тут мне. Ну, нормально. Я думаю, выживет. Я думаю, не... Ёлки-палки, мелкий домик вообще в опасности. Так надо, короче, всех вот так вот эвакуировать из этого дома. Вот сюда куда-то, в принципе. Эвакуировали мы здание. Давайте мы тут все закроем. Ёлки-палки, здесь просто вот воду можно зачерпывать вот так вот. И создавать самое главное здание, самое крутое. Так, опа. Дом, на котором будет вот эта клешня крабика, которая пока что вот там, это будет самый главный дом. То есть я вот сейчас вот эту клешню вот сюда переставлю. Короче, ребята, срочно берем эту клешню крабика. Здесь еще, по-моему, нога или что-то. А вот там вторая нога. Ну ладно, это сейчас не главное. Поставим на новое главное здание. Дай. Как я уже сказала, я решила его делать не квадратом, а хитрым. У меня обычный форм. И слушайте, я сейчас выкопала ров по обратному, постаралась. Слушайте, реально воду начала задерживать, но сейчас она опять уже начинает залазить город. Так что я не знаю, мне кажется, нужно эвакуировать дома, да? Вообще дом разломала, перевернула, ну ладно. Вот тут подземное наше метро, собственно, что с ним стало. Так, дом в виде лягушки стоит, это тоже нормально. А вот тут домик тоже не тихо, хотя, блин, холодный прям. Я сейчас попробую его открыть, надо... Там вода везде, ясно? Ладно, тогда. Сейчас я просто броню. Я сюда под пальчиком пробью, потому что там по земле проходит, сейчас вся вода выйдет. Ребята, у нас просто разбился дом на глазах. Сейчас я его попробую эвакуировать. Ёлки-палки, эвакуировал называется так.
Окей, ладно, нужно его куда-то переложить, если это сейчас. Окей. Собственно, уже люди внутри, они не летают сейчас с одной стороны, с домом под водой. Хорошо, все переставили, переселили их, короче. Ну, а здесь, ну, все, яма, получается, будет. Такая вот. Ну, что, ребята, вот такой ролик у нас получился. Рестарт там у нас, давай, переворачивай. Привет. Привет, ребята, и пока. Ребят, ну что, всем огромное спасибо за просмотр. Городу рано или поздно придет конец, это очевидно. И всем, получается, похвалить, посмотрите, ставьте лайк, подписка и колокольчик.